Серафим, тебе немного? Нет, немного. Мне кажется, много. Серафим. Что? А ты в школу хочешь? Нет. А спорим, куда я тебя приведу, ты сразу захочешь? Нет. Спорим. Спорим. Ну и что теперь? Ты хочешь в школу или нет? Хочу. Смотри, какая красота здесь. Вообще, какие финалы красивенные. Смотрите, ребята. А бутылка какая. Вау, супер. Красивый единорожек, да? Да. И кто у нас там еще? А, тут собачка. Я такая собачка. Или котик. Класс. Угу. Прикольно. В общем, тут столько всего, что мы уже просто тут запутались. Да. Смотри, финал. Классно. Да. Вот такой кружок. Все такое красивое. Я не знаю, что мне делать. Мама, а можно мне варить котик? Смотрим, какой он же красивый. С котиком и с горошком. Я не знаю, какой. Какой тебе больше нравится? Мы же еще не уходим. Мы можем подумать, ребята, пишите в комментариях, какой боксик лучше выбрать. Голубенький боксик. Или розовый? Ланчбоксик. Не, ланчбоксик. Да. Ланчбоксик вот такой еще. Не, смотрите. Мне такой не нравится. Не нравится? Кстати, я голубенький на тележке продавал. Чего орешки, кому два, кому три. Дирижером будешь ты. Дирижером не хочу. На ракете полечу. А ракета не моя. А ракета короля. А король на фабрике кушает кораблики. Раз, два, три. Дирижером будешь ты. Ну ты же хотела с котиком, Серафим. А? Ты же хотела с котиком. Если ты можешь что? Еще подумать. Да, если что, потом поменяю. Ну ты же пока здесь не уходишь. Да, я возьму поэтому, вот такой красивый. Ребята, пишите в комментарии на вот этой полочке, что вам больше всего понравилось. А хотя, давайте мы возьмем все с котиком. Все такое красивое, все такое яркое, вообще уже просто. Вот хочется все схватить и бежать отсюда. Угу. Да, всего накупить. Ну что, идем дальше, посмотрим. Давайте вам. Смотри, Серафимушка, какие здесь тетрадки, зайка. Вот здесь есть тетрадки Лол. Давай посмотрим, какие там еще есть. Вот смотри. Перебегаем. А ну поднимись, вини еще там какие. Вау, это мои две любимых, смотрите. А подожди. Вау, ага. Дива и вторая карта. Я не помню ее, не но помнишь? У меня вроде такая тоже есть. Краски в стиле Лол. Да. Давайте возьмем вот такую. 12 цветов. Да. И есть коробочка поменьше. Здесь девочки, поменьше. Кстати, другие. Да. Так, какие здесь у нас цвета? Тут русалка и... 6 цветов. Возьмем маленькие. Возьмем маленькие? Да. Так, вот давайте. Смотри, сколько разных фломастера. Вообще бомба, просто бомба. Ребята, пишите в комментариях, кто это все любит. Кто это все любит покупать 1 сентября? Я. И я. Я напишу в комментарии. И я. Вот всякие кисточки. Все, все, все. А вот здесь у них термосы. Вот такие. Тетрадочек очень много. Вот такие вот ланчбоксы. Кто берет с собой покушать из дома? Пожалуйста, можно, можно. Что такое? Клей. Это как луч, только в Украине он называется ПВА. Он очень хорошо работает на слоях. Я его беру. Берем, берем. И вот такие точилочки разные-разные. Для девчулек, для мальчишек. Ой, красивый, я не знаю, что делать. Мелочки. Линейки, ножнички разные. Вау, красиво. В том году мы брали Барби, но Лол пока я не вижу. Я падаю, это красиво. А вот линейки, Серафим. Давай линейки в стиле Лол. Вот, видите, Дива. Угу. Она переливашка, но вот Дива. Теперь не Дива. Вот. Так ты берешь ее? Да. Ой, ой, да, ой. Ребята, пишите в комментариях, какие вы хотите тетради в этом году. С животными, с куколками. Ой, это или какие-то другие.
Боже, мои любимые спешпицы, я тоже возьму. Таким барби красивым. Очень красиво. Смотри, альбомы. Альбом Low вижу. Смотри. О, давай возьмем. Давай посмотрим, какие мы здесь. Мы на рисовании рисуем альбомы в пальце. Какие альбомы? Да, такой красивый. Если хочешь, бери. Они же все одинаковые, только ну, расцветочки. Мне нравятся голубенькие, поэтому мы возьмем голубенькие. Тебе голубенькие больше нравятся? Мне розовый. А ну, давай посмотрим. Ребята, пишите в комментариях, я какой на тележке, правда, понравился больше вам. Да, вам. Раз, два, три, дирижером будешь ты разовенький. Не всегда сложные решения, так все решаются. Класс, супер. Дневник. Ребятушки, дневник Лоу. Кто себе купил дневник Лоу, пишите в комментариях. Это дневник? Это дневник с котиком. Ну так, Серафима, принимай решение. Так, с Лоу или с котиками? И с Лоу с котиками? Нет, мне нужен один дневник. С котиком. С котиком? Хорошо, Серафима выбрала с котиком. С размалевкой я. Такие, ребятушки, разукрашки с Лоу есть. Очень много разных разукрашек. А вот даже папка есть. Серафим, смотри. Вот такая папка Лоу есть. Она сильно большая. И вот такая есть, очень прикольная. У меня вот такая вот толстая, помнишь? О, вот такая у меня есть. Да, вот такая у нас есть. Первого класса. Мне очень-очень нравятся вот здесь вот эти тетради. Такие гламурненькие, мне ребят. Очень нравится. Но это больше для взрослых, а не для деток. Мне нравится вот такая вот еще. Золотистая. Вот этот прикольный. Я себе вот такой возьму, наверное. Бери. Ты же будешь записывать что-то. С таким кактусом, парасольки. Может быть, вот такой вот. Ну, красивая, но вот меня больше привлекают вот эти фламинго. Что, Серафима, канцелярия все не ограничивается? Что-то мы смотрим. А мы уже выбрали. Слаймы, конечно же, слаймы. Слаймы. Кто любит слаймы, пишем в комментариях. И кто любит лайки. Слизь. А это что такое? Слизь. Слизь. Вот такие наборчики со слаймами здесь есть. Я очень хочу такой набор. Мне нравится. Выбираем. Красоту. Вика, пластик, карандаш. Мне очень нравится фламинго. Карандашик вот. Мы возьмем такой ластик. Ух ты, классный ластик. Это что, единорожек? Да. Что еще, пойдем туда? Помадку. Серафима, у нас есть большой выбор помад. Серафима, большой выбор помад. Это же ластик такой, ластик. Да ты что? Смотри. А, ну-ка. Кому губки накрасить? Ластиком. Серафим. Смотри, вот такая яичница. Тебе нужна? Нужна. Такой единорожек. А вот такой микрофон. Нужна. С одной стороны ластик, а с другой стороны точилочка. Класс. Вообще супер. Два в одном. Да? Ух ты, класс. А что это такое? Ручка. Это ручка. Ух ты. Литром. Ничего себе. Синяя паста. Да. 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 Давай возьмем. А ну, пробуй рисуй. А удобно держать, Серафим? Да. Да? Супер. У вас тут лучше сюда не попадать, да? Смотри. Заманивайте, да? Нет, только... Вот он. Серафимушка, смотри, вот тебе показывают. Сейчас. Вот. Вау, супер. Вау, красивые такие. Мы возьмем бирюзовенькие. Да, так, идем портфель смотреть. Смотри, сколько здесь. Стилело. Стилело. Бирюза. Тут есть?
расскажите, как вам такой Барби? Но это уже для первого класса. Но я хочу в прошлом году у нас уже был Барби. Да, и нам надо... Это для мальчика. Потому что это мало. А вот еще там один зал. Я предлагаю пойти туда и посмотреть. Да, я тоже туда предлагаю идти. Все красиво, но для первого класса. Ага, для первого класса. Заходи. Боже мой, что творится, капец, вот оно, счастье, смотри. Мороженки. Ой. Вообще супер. Серафима, вот смотри, какой единорожек красивый, мне очень нравится. Смотри. Вау, ну прикольный. Давай мы до портфеля зайдем, а потом уже будем выбирать пинальчик. Идем до портфеля. Просто дойти мне до чего невозможно. Да, потому что столько всего красивого, конечно. Красота. Вау, какой смотри. Да, это сумка для ролика. Ребята, кому нужна сумка для ролика, здесь тоже можно купить. Не знаю, что купить. А вот такой, как он, единорожек. Прикольный, стильненький. Давай еще что-то посмотрим. Да, классно. Вот из бортельеры, давай попробуем. Давай. Король. Ребята, пишите в комментариях, а какие вам здесь портфельчики понравились? Вау, мне в этом очень нравится. Давай. Мой любимый просто деревянный. Какой рюкзак вам больше всего понравился? Первый, второй или третий? Или те, которые здесь на витриночке. Серафима, да. Сейчас идет выбирать. Серафима, что ты идешь выбирать? Конечно, финал. Финал. Идем выбирать финал. Угу. Смотри, мам, мне вот такой вот очень нравится. Ух ты, какой прикольный. И вот такой нравится. Мне вот такой нравится. Да, они все красивые. А мне больше всего понравились в этот раз. Это башмачки. Вот такие башмаки. Смотрите, какие крутые вообще. Ну это просто супер. И розовенький такой есть. Мне вау. Очень нравится. Смотрите, какие здесь ребят, прикольные. А Серафиме нравится вот такой, класс, прозрачный, да? Угу. Супер, смотрите, тут со всякими штучками вот этими, вау, мне очень нравится этот башмак, тоже здесь висит, класс. Класс. И тут, смотрите. И тут классные какие, да? Вообще супер. Ребята, мы отсюда не хотим никуда уходить, мы остаемся тут жить. И самое главное то, что Серафима проиграла наш спор. Да, в школу хочешь? Хочу! Ну что ты, Серафим, определилась с финалом? Может, вам такой? Они мои. А какую ты себе берешь? Серафим, тебе немного? Нет, немного. Мне кажется, много. Всем пока. Итак, ребятушки, давайте посмотрим, что мы купили. Мы купили вот такой альбомчик LOL, наборчик слаймов. Кстати, в ближайшее видео будет видосик, не пропускайте. Вот такой ланчбокс себе Серафима взяла новенький, тетрадочки. Вот такая тетрадочка со шпицом, мы решили ее взять. Вот такая тетрадочка с лолами. Вот такой гламурный блокнотик. Вот такой, мы думали, что это ластик, а это оказывается маркер внутри, розовенький. Вот такая ручечка гламурненькая. Мы еще ее не доставали, пускай полежит до 1 сентября, чтобы была новенькая, красивенькая.
Так, вот такую ручечку Серафима себе взяла под вот этот блокнотик. Вот такой, смотрите, какой бомбезный блокнотик, блестящий. С вот таким помпончиком прикольным. И на вот такой вот резиночке. Сейчас попробую вам его показать. Ага, вот так здесь удобно. За колечко тянешь, и он открывается. И вот там вот такие странички. Расчерчены клеточка, линия, точечки. Вот такие точечки, честно говоря, я вообще вижу впервые. Что Серафима еще себе взяла? Вот такие вот красочки в коробочке LOL. Сейчас посмотрим. Вот такие 6 цветов там внутри. Так, что еще? Вот очередной ластик в стиле единорожки, который одевается на карандашик. Ну, конечно же, блесточки для слаймов. Пишите, кто любит добавлять блесточки в свои слаймики. Вот такая ластик-резиночка в виде помадки. Вот, откручиваю, показываю. Вот такая розовенькая, она еще очень круто пахнет. Расскажите, кто себе такую покупал уже, кто пользовался, понравилась вам она или нет. И насколько качественно она вытирает простой карандаш. Пишите в комментариях. Также Серафима еще взяла себе вот такой блестящий пенальчик, прозрачненький для ручечек. И вот такая крутячая ручка синего цвета с вот такими переливашками внутри. Звездочки такие прикольные. Пишите в комментариях, у кого тоже такая. И вот такой карандашик. Ну, я думаю, на этом покупочки наши к школе не заканчиваются, потому что когда мы были в магазине, нам говорили, что еще появится новый текстиль. У них портфели в стиле LOL должны появиться. Мы обязательно туда с Серафимой поедем и что-то еще новенькое себе приобретем. Пишите в комментариях, кто уже скупился в школу и что из Серафимных покупок вам понравилось. Всем пока-пока! Итак, ребятушки, если вам понравилось это видео и канцелярия, которую я купила, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Instagram, на мой лайки. Всех мы любим! Пока-пока! Ждите новое видео со слаймами!